Здравствуйте, я Елена Смирнова. Это видео по проекту ProxyWeb. Здесь мы устанавливаем программу на свой компьютер и зарабатываем на полном пассиве. У меня на канале есть видео, я оставлю ролик под видео. Вот этот без вложений. Программа для заработка денег в интернете. Здесь все рассказано. Это видео моего вышестоящего спонсора. И он все детально рассказывает, как установить на компьютер программу. Что хочу сказать. Программа это ничего, как бы никаких действий ни на компьютер не оказывает. Ничего она не тянет компьютер. Ну, как бы я все проверила. Я свой компьютер проверила. У меня как бы процессор, нагрузки нет. Так что плавненько он работает. И вот у меня уже денежек накапало и доступно к выводу от 111.94. И, естественно, я хочу сегодня поставить на вывод, потому что почему сегодня? Потому что выплаты производятся только по средам, и последний заказ выплаты во вторник до 23, по-моему, часов. Сейчас мы это все посмотрим, я вам покажу. Давайте я сначала поставлю на вывод выплаты. Так, не то, так, статистика, настройки, выплаты, сейчас будем разбираться, первый раз делаю все в режиме онлайн, сейчас я ее перезагружу, ну, здрасте, приехали, сейчас. Значит, после как установите программу, здесь будет на треугольничек вот внизу. Вот здесь вот нажмете, у вас как бы тоже такой вот маленький кабинетик будет. И вот у меня онлайн 4, чтобы будет начисляться, когда ну, вот, в режиме онлайн, чтобы был включен компьютер. Вот. Значит, и вот тут написано, ожидается к начислению вот, денежка. Ну да ладно, давайте перейдем. Сейчас закажу сначала тогда выплату. Смотрите, вот мне доступно. Так, 111.94, а тут так, сколько у меня там? 94. Так, чтобы. И вот у меня уже адрес забит. Значит, выплаты производятся каждую среду по заявкам. Заявку можно оформить в любое время, но крайний срок заявки до 23.00 по московскому времени вторника. Минимальная сумма заявки 100 рублей. Значит, выплаты доступны на WebMoney кошелек, Kiwi кошелек, а также на операторов сотовой связи Российской Федерации. Для возможности заказать выплату на один из указанных вариантов задайте необходимые реквизиты в настройках. Значит, ну вот у меня WebMoney я буду. Нажимаю вывести. И тут комиссия как бы у них. Вывод на WebMoney. Сумма к выплате. Или так. Ага, с учетом комиссии, вот видите, 5%. У меня будет 106.34. Нажимаю «Вывести». Все, доступно для вывода 0. Итого заявок на вывод. Вот у меня заявка. Давайте далее вернемся в кабинет и посмотрим, что у меня в кабинете. Ну, бывает, здесь все обнуляется, это ничего страшного. Это идет, потому что перед начислением. Вот вопросы-ответы здесь. Так, минимальная сумма для вывода составляет 100 рублей. Здесь как зарегистрироваться, как понять, что я установил программу правильно. Это все нужно прочесть. Так, вот техподдержка. Ну, можно ли использовать ПО на разных компьютерах под одной учетной записью? Так, ну это сами все прочтете. Ну, я вам сказала по поводу выплаты. Сегодня я поставила на вывод. Завтра мне должно прийти денежка на кошелек. Вот. Вот, смотрите, доступно к выводу 0.
и заявка на вывод. Вот уже сюда перешло. Это общий баланс. Это в этом месяце. У меня как бы за 3 недели он начисляет то ли как от региона, как, в общем, что-то такое вот зависит в зависимости от региона. Ну, не сильно много, но компьютер не грузит, и действий моих здесь не требуется. Правильно? Не просматривать рекламу не надо, ничего кликать. Просто я работаю на компьютере, у меня вот это все включено. Идут мне начисления. Без вложений, без ничего. Вот. И нагрузки на процессор тоже нет. Ну что, завтра я запишу видео и ну, как денежка поступит на кошелек. И посмотрим на счет вывода, как проект платит. Ну, у меня, конечно, нет сомнений, что он заплатит. Но все-таки надо все испробовать, как говорится, на своем опыте. На этом все. Всем удачи, больших заработков. Не забываем подписываться на канал. Кому интересно, присоединяемся. Пока-пока.